Какие вести вы принесли на своих крепких клювах? Люди, которые у нас занимаются демографией и рождаемостью, довели до такого состояния страну. Это же кошмар, что такое. Которая мало того, что вымирает. Байдуже. А кто у нас занимается? Кто у нас эти люди, которые занимаются демографией и рождаемостью? Мужик из прямоходящего превращается в дребло висящего. Смотрите, у нас на проект, национальный проект «Демография» было потрачено 4,5 триллиона рублей. Слышь, что ты мне цифрами сыпешь? Чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7, на 0,1. И где эти деньги? В итоге коэффициент рождаемости упал с 1 до 1,31. То есть поработали на славу. То есть 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получили. Как деньги получать, так вы первые. Как работу делать? Красиво жить не запретишь. Я должен, к сожалению, сказать, что... Что опять? От украинцев мы в этом плане отстали. Это часть плана, да? Они в 22-м году уже создали первый центр научно-производственный. Как там на других планетах, дядь? Сильно нам завидуют. Выделили соответствующее финансирование. Жаба душит. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет силы беспилотных систем вооруженных сил Украины. Чуешь? Летят комарики на воздушном шарике. То есть система создана. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание. Нет ничего плохого учиться у врага. Учи правила дорожного движения. Плохо не замечай тот опыт, который есть, и его не перенимать. Так, слухай, ты впитывай мой опыт. Кстати, украинцы наладили отличное взаимодействие с Китаем. Теперь я украинца? Тут есть третья сторона, Америка. Я ж американский не знаю, у нас только английский в школе был. Америка напала на Россию или на Украину? На кого напала? Непонятно. Как это? Провокаторы двух славянских. Спровоцировали две славянские друзей. Чтобы над словарным запасом как-то поработал, что ли, я не знаю. Книжек каких почитал ли. Ну вы так думаете реально, да, что это Америка виновата? Ну и... Ну, просто третья сторона, которая тоже во многом что влияет. О, как просто, да. Ну, Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. Тебе забыли спросить. Это она крайне не хочет этого. Хотели, да не успели. И это дает право России бить по Украине ракетами. Нет, не согласен. А ты расскажи, Мани. Вот чего все такие тупи? Я слишком маленькая сошка, что ли. Просто через тебя вампиры свои дела бесивские решают, вот и все.